Программа инициативного бюджетирования в цифрах. В самом начале реализации процент софинансирования гражданами составлял всего 3%. Сегодня эта цифра выросла до 5%. Центр столицы постепенно меняет свой облик. Общеизвестно, что большая часть домов на улице Николаева и улице Гагарина 60-х годов постройки. Их фасады с течением времени обветшали, не говоря уж о балконах. Именно они во многом портили внешний вид. Уже несколько лет в таких домах идет ремонт. Балконы обвешивают панелями, устанавливают новые стеклопакеты. Только в этом, по программе инициативного бюджетирования, полностью отремонтировали 60 балконов в 4 многоквартирных домах. На эти цели было предусмотрено 4 700 000 рублей. По программе софинансирования более 1 миллиона из этой суммы собрали жильцы.